Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр. В сегодняшнем видео мы хотим вам рассказать о еще одном направлении декорирования твердых поверхностей, о порошковой металлизации. Данная технология позволяет нанести цветное зеркальное покрытие с применением порошковых материалов на изделия, которые выдерживают температуру 200-250 градусов. Помимо самой установки для химической металлизации, данной технологии требуется дополнительное оборудование. Из них либо трибостатические распылители, которые позволяют перенести на изделие сухой порошковый материал, печь или камеры полимеризации, ну и, собственно, само помещение для нанесения сухих порошковых материалов. В чем же плюсы данного направления? На выходе после нанесения покрытия мы получаем прочность порошковых материалов, высокую температуру стойкости самого покрытия, простота работы с деталями и изделиями сложных форм, поскольку при нанесении за один цикл деталь покрывается со всех сторон, какой бы сложной формы деталь ни была. Покрытие, нанесенное данным способом, имеет превосходную адгезию практически ко всем видам сплавов, черным металлом, алюминию и нержавеющей стали. Собственно, и сам финишный порошковый лак служит отличной защитой зеркальному покрытию, отличается хорошей износостойкостью, защищает покрытие от механических и температурных воздействий. В совокупности всех этих перечисленных пунктов мы на выходе получаем гораздо более экономичное покрытие, прочное покрытие, уменьшается себестоимость нанесения. Классический же способ химической металлизации с применением жидких лаков остается актуальным при работе с изделиями, которые не выдерживают высоких температур свыше 100 градусов.
Как вы могли видеть, основные этапы техпроцесса особых сложностей это не вызывает. Как правильно работать с тем или иным материалом, собственно, и самой технологии химической металлизации, мы расскажем вам на обучении. Помимо классического белого цвета зеркального покрытия, мы расскажем вам, как и с помощью каких материалов создаются эффектные цветные оттенки с имитацией золота, латуни, меди, темного хрома, гамма цветов, как вы видите, достаточно широко. Подведем итоги. Сроки нанесения покрытия данным способом значительно сокращаются. Исключена вероятность возникновения потеков, наплывов, сонность. А поскольку финишный порошковый лак не имеет в своем составе сольвентов, на выходе покрытие получается достаточно экологичным, как в виде покрытия, так и в самом процессе нанесения. И ввиду снижения себестоимости самого покрытия, затраты на дополнительное оборудование достаточно быстро окупаются. Если вас заинтересовало данное направление, обращайтесь на контактные телефоны, которые указаны в описании к этому видео. Знакомство с данной технологией осуществляется в формате очного обучения на нашей производственной площадке в городе Самара, где мы поэтапно расскажем вам о всех тонкостях данной технологии. Вы освоите технологии химической металлизации. Плюс ко всему, это опыт применения порошковых полимерных материалов. С вами была компания Fusion Technologies. До новых встреч!